Уже с 1 сентября при выписке из роддома или при оформлении свидетельства о рождении в органах ЗАГСа родителям малышей будут вручать подарки новорожденному. Набор сформирован с учетом потребностей, наверное, молодых мамочек, которые только выходят из роддома. То есть это первое, самое необходимое, что может нам понадобиться в первые дни. Начиная от пеленок, полотенчик, одеяльц, памперсов, которые непосредственно тоже нужны, бутылочки, соски, постельное белье. Все это сформировано и входит в этот набор. Порядка 13 предметов, которые собраны в этом наборе, будут, скажем так, вот вручаться мамочкам. Новая мера поддержки была инициирована Владимиром Солодовым в середине июля. Стоимость подарочного набора – 8500 рублей. Все наполнение для него закупается на полуострове. Планируется, что до конца года родители получат 1120 наборов. В среднем – по 280 в месяц. Важно, что вручаться эти подарки будут на всей территории Камчатского края, а не только в Петропавловске-Камчатском. Новая мера поддержки семей с новорожденными детьми станет постоянной.